Президент США Барак Обама, посещающий Кению, провел переговоры с главой этого государства Ухуру Кениаттой. Это уже четвертое турне Обамы в качестве главы Белого дома по Африке, но первое в Кению, на родину отца. Обама и Кениатта обсудили множество вопросов, включая борьбу с терроризмом, коррупцией, экономическое сотрудничество, права человека. Выступая на пресс-конференции, американский лидер уделил особое внимание проблемам здравоохранения в странах Африки. Мы работаем вместе над тем, чтобы гарантировать девочкам доступ к образованию и чтобы женщины были защищены от насилия. Сегодня я могу сказать, что Кения станет частью нашей инициативы, цель которой — сделать жизнь девочек-подростков безопасной и свободной от СПИДа. Кения и США продолжат сотрудничать в вопросах укрепления государственных систем здравоохранения по всей Африке и предотвращения распространения заболеваний, пока они не превратились в эпидемию. Ранее Барак Обама посетил мемориал жертв нападения Аль-Каиды на посольство США в Найроби. Здесь 7 августа 1998 года в результате мощного взрыва погибли 200 человек, в их числе 12 американцев и 34 местных сотрудников дипмиссии.